Привет, меня зовут Женя, это «Сильные новости», рубрика «Короче, погнали». Гомельчане поехали в Украину, попали на 500 рублей за включенный роуминг. Оператор сообщает, что такое иногда бывает из-за неправильных настроек, из-за того, что граждане не следят за автоматическим включением роуминга. Гомельчанам предлагают прийти в офис, написать заявление и, возможно, его обжалуют. Но это не точно. За 7 месяцев 2021 года в Гомеле произошло 7 аварий с участием детей. Интересно, что 6 из них буквально за последнюю неделю. Все они по вине водителей. Один водитель не пропустил ребенка на зеленый сигнал светофора, а второй не поставил машину на ручник, из-за чего машина поехала и сбила женщину с коляской. Так что, водители, будьте внимательны. Белорусская атомная электростанция не работает с 12 июля. Почему? Нам наконец-то рассказали. Оказывается, дело в том, что нужно заменить элемент турбогенератора. И для этого привлекли российских специалистов. Потом починят, проведут испытания, включат, когда неизвестно. Так что ждем.